Среди 11 приглашенных команд и наша прославленная команда по мотоболу «Металлург», чемпионы России и Европы. Андрей Воробьев поздравил спортсменов и тренеров с наступающим Новым годом и пожелал им спортивной удачи и ярких побед в наступающем году. До сих пор в Московской области большое количество детей не могут заниматься, не имея свободного доступа к современным спортивным сооружениям. И наша задача, не ваша, но наша задача – построить такие комплексы и сделать так, чтобы в самом маленьком населенном пункте, в самом небольшом поселке дети спокойно проводили свободное от учебы время в этих уютных современных залах. Обращаясь к профессиональным спортсменам, глава региона призвал найти их в рабочем графике время и возможность для встречи и общения с начинающими детскими командами. Мне кажется, вот такое партнерство очень важно и для нас, и для вас. Временно исполняющий обязанности губернатора вручил руководителям спортклубов и капитанам команд благодарности и грамоты за спортивные достижения в уходящем году. Спортсмены в долгу не остались и подарили Андрею Воробьеву свои сувениры. Хочу выразить огромное спасибо за это внимание. Я думаю, что каждому спортсмену здесь присутствовать при новом губернаторе очень приятно. Когда такое внимание оказывается спортсменам, естественно, им хочется ответить тем же самым. Поэтому, а наш ответ – это наши результаты в спорте. Татьяна Акимова, Александр Ильин, «Видное ТВ».